Друзья, всем большой привет. Меня зовут Раиль, его зовут Влад. Это мой ученик, который прошел мой курс «Освоим гитару за 7 дней». И сегодня он готов поделиться своими впечатлениями по этому курсу. Влад, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно мой курс? Всем привет, ребят. Меня зовут Влад. Когда я только-только начинал учиться играть на гитаре, я смотрел разные YouTube-каналы по запросам, как играть по топам, как правильно брать баре, и вышел на твой канал и просто продолжил посмотреть, потому что очень много качественной структурированной информации ты даешь в своих видеороликах. Понятно. А вот людей наверняка интересует вопрос, ну, какие сложности возникли во время прохождения моего курса и как быстро ты прошел этот курс? Ну, проходил я его поочередно, выполняя все те домашние задания, которые ты даешь. Но сложновато, потому что болят пальцы левой руки, и тем более, когда ты хочешь научиться играть по таблам. Ну, и нужно большое количество терпения для того, чтобы произведение звучало классно. Хорошо, а сможешь что-нибудь показать, наиграть, что-нибудь? Ну, давайте. Влад, скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать новичкам, которые только-только хотят научиться играть на гитаре? Ну, во-первых, нужно не бояться играть. Играть, даже если у вас получается это пока плохо, никого не стесняться. Со временем у вас ваше произведение будет получать все лучше и лучше. И наступит такой момент, когда вы будете поражать своей игрой своих одноклассников, однокурсников. И ваш уровень игры будет весьма достойно оценен слушателями. Ну и приобретайте курс Раиля для того, чтобы быстрее пройти вот эти сложные моменты, сложные этапы и максимально быстро поднять свой уровень игры на тот уровень, который вы хотите. Спасибо большое, Влад, что ответил на все мои вопросы. Ну а вы, друзья, если также хотите быстро поднять свой уровень игры на гитаре, ссылочка на этот курс будет в описании под видео. Спасибо еще раз, Влад. Спасибо тебе, Раиль. Пока, до встречи. Всем пока.